Почти каждый день мою, когда вот все протирала, сразу же я не оставляю, чтобы было все что-то грязное. После ее уборки лифты сверкают, как в операционной. Любовь к порядку уборщица Светлана Изосимова пронесла через всю жизнь. У самой в доме всегда идеальный порядок. Такой же наводит в подъездах многоквартирного дома, где на протяжении 5 лет работает уборщицей. Работаю давно. Просто рядом с домом еще. Ездить не надо никуда. Жильцы нормально, относятся хорошо. Я к ним тоже. Ну, они молодцы, поддерживают все. Чисто в подъезде. Но иногда кто-нибудь из жильцов нет-нет, да ставит надпись на стене. Светлана тщательно отмывает. Благо, говорит, такое случается редко. А вообще, конечно, работа у женщины не в проворот. В зоне ее ответственности лестничные пролеты, лифты, подоконники, почтовые ящики и многое другое. Пыль какая-то, если где-то есть, снимаем пыль, там тенета. Ну, подтираем где-то, если грязные. Стены так вот тоже вытираем, подмываем, чтобы было почище. Насколько тяжелая работа? Ну, тяжелая, конечно. Сейчас и грязь, и все тяжело. Ну, стараемся, конечно, по мере возможности все это вымывать, чтобы было приятно всем и чисто. За отличную работу жители многоквартирного дома решили премировать свою сотрудницу. Вручили ей денежную премию. Светлана. От жителей нашего дома мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом, желаем тебе счастья, здоровья и оставаться всегда такой же. Это маленький презент от нас. Спасибо большое. Поздравляем. К этому человеку не было никогда претензий. Очень отзывчивый, добродушный человек, который выполняет свою работу. Человек действительно достойный, трудолюбивый, и хотелось бы оценить ее, и чтобы все равно как-то она сияла не только в нашем доме, но и на экране телевидения. При зарплате в 15 тысяч новогодняя премия, 18 тысяч – большая поддержка. Светлана Изосимова уже точно знает, на что ее потратит. Купит сладости к новогоднему столу и обязательно что-нибудь из рабочей экипировки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.